Я хочу, чтобы вы описали то, какой будет ваша жизнь, если вы по-настоящему, полноценно освободитесь от своих страхов, от вашей тревожности, неуверенности, от какой-то вот этой слабости. Какой будет ваша жизнь? Вот вы так теперь напишите. Сочинение. Как я живу, потому что больше не боюсь того, не думаю об этом, не тревожусь там-то. Вот все, что вас беспокоит, это закончилось. Как я живу теперь? Попытайтесь ощутить этот восторг свободы.